Грузинская сказка «Земля возьмет свое». Жила одна вдова, и был у нее единственный сын. Растет сын и видит, что у всех есть отец, только он никого не может назвать отцом. «Отчего у всех есть отец, только у меня его нет?» – спросил он мать. Мать сказала: «Умер твой отец». «А что такое умер? Что он не придет к нам больше?» «Он к нам не придет. Но мы все пойдем туда, где он», — сказала мать. «Никто не избежит смерти». Юноша сказал: «Я никого не просил о жизни, но если уж я живу, то не хочу умирать. Пойду найду такое место, где не умирают». Долго упрашивала мать его не ходить, но не послушался сын и отправился искать такое место, где не умирают. Обошел он всю землю. «Куда не придет, — спрашивает, — есть здесь смерть?» «Есть», — отвечают ему. Загрустил юноша. «Нет такого места, где не умирают». Идет он как-то полем, видит, стоит олень с высокими ветвистыми рогами. Очень понравились юноше оленьи рога. И спросил он оленя: «Не знаешь ли места, где не умирают?» «Такого места нет», — сказал олень. «Но пока мои рога не дорастут до неба, я не умру. А дорастут, и смерть моя придет. Хочешь, оставайся со мной, и не умрешь, пока я буду жить». «Нет», — сказал юноша, — «жить так вечно, а умереть так я мог и там, откуда пришел». Пошел юноша дальше, прошел поле, прошел все долины и добрался до гор. Видит, сидит ворон на скале, чистится, а пух вниз в огромное глубокое ущелье роняет. Юноша спросил ворона: «Не знаешь ли места, где не умирают?» «Нет», — сказал ворон. «Вот я буду жить, пока все это ущелье не наполнится моим пухом, а наполнится — умру. Оставайся со мной и проживешь, пока я буду жить». Посмотрел юноша в ущелье, покачал головой. «Нет», — сказал он, — «жить так вечно, а умереть я мог и там, откуда пришел». Пошел юноша дальше, прошел всю землю, подошел к морю, прошелся по берегу, не знает, куда идти. Ходит день, ходит два, ничего не видно. На третий день видит, блестит что-то вдали. Подошел ближе, стоит хрустальный замок. Обошел юноша вокруг замка, никак дверей не найдет. Долго мучился он, наконец заметил небольшую полоску. Догадался, что это и есть двери. Надавил, что было сил, открылась дверь. Вошел юноша вовнутрь и видит. Лежит женщина такой красоты, что само солнце позавидовало бы ей, если бы увидела ее. Очень понравилась женщина юноше, да и он ей приглянулся. Юноша спросил: «Прекрасная, хочу уйти от смерти. Не знаешь ли места, где не умирают?» «Такого места нет», — сказала женщина. «Зачем тебе искать напрасно? Оставайся со мной». Он сказал: «Я не тебя искал. Я ищу такое место, где бы не умирали, иначе остался бы там, откуда пришел». Женщина сказала: «Земля возьмет свое. Ты сам не захочешь быть бессмертным. Скажи-ка, сколько мне лет?» Посмотрел юноша на нее. Ее юная грудь, ее свежие щеки цвета розы были так прекрасны, что он совсем забыл о смерти. «Самое большее 15 лет», — сказал он. «Нет», — ответила женщина, — «я создана в первый день сотворения мира. Меня зовут Красой. Я никогда не буду старой и никогда не умру. Ты бы мог остаться со мной навсегда, но сам не захочешь. Земля позовет тебя». Поклялся юноша, что никогда не уйдет от нее. Стали они жить вместе. Годы пролетели, как мгновенья. Многое изменилось на земле. Многие умерли, обратились в прах. Многие народились. Земля меняла лицо, но юноша не замечал, как летело время. Женщина была все так же прекрасна, а он все так же молод. Пролетели 1000 лет. Соскучился юноша по родине. Захотелось ему навестить своих. Сказал он: «Хочу пойти повидать мать и родных». Она сказала: «От них уж и костей в земле не осталось.
Он сказал, что ты? Всего 3-4 дня, как я здесь. Что могло с ними статься? Женщина сказала, я говорила тебе, земля возьмет свое. Хорошо, иди. И что бы ни было с тобой, вини в том себя. Дала она ему 3 яблока и велела съесть их, когда затоскует. Попрощался юноша с ней и пошел. Шел-шел, видит скала, на которой сидит ворон. Посмотрел юноша, все ущелье засыпано пухом, и ворон сам тут же, весь высохший, лежит. Потемнело в глазах у юноши. Хотел он вернуться назад, но не пускает его уже земля, тянет вперед. Пошел дальше. Видит, в поле стоит олень. Рога доросли до неба, а сам олень умирает. Понял юноша, что много времени прошло с тех пор, как он ушел из дому. Пошел дальше, добрался до родных мест, но не нашел ни родных, ни знакомых. Спрашивает у людей о матери, но никто даже не слышал о ней. Ходит он один, и никто не узнает его. Наконец встретил он одного старика. Рассказал ему, кого он ищет. Старик сказал, «Эта женщина, как я слышал от дедов и прадедов, жила когда-то. Но как может ее сын быть теперь в живых?» Пошел по всей земле слух об этом человеке. Чего только не говорят о нем. Смотрят на него, как на диковинку. Бродит юноша один, заскучал он. Пришел на то место, где стоял когда-то его дом. И нашел только развалины, что поросли порыжелым уже мхом. Вспомнил юноша свою мать, детство, товарищей и загрустил. Решил он съесть яблоки, что дала ему женщина из хрустального замка. Достал он одно яблоко, съел его, и вмиг выросла у него длинная седая борода. Съел другое яблоко. Подкосились у него колени, согнулись поясницы, и без сил упал он на землю. Лежит, не может двинуть ни рукой, ни ногой. Позвал он прохожего мальчика. «Подойди ко мне, мальчик, достань из моего кармана яблоко, подай мне». Достал мальчик яблоко, подал ему, надкусил он его и тут же умер. Похоронила его деревня всем миром.